все-таки. Ну, мы-то наш возраст знает поменьше, но... Однако у меня сейчас свидание с мужем, мы прожили с ним 33 года, вот цветочков накупила себе, подарочек. О, что такое любовь? Ну, во-первых, это уважение прежде всего. Ну, любовь – это такое чувство, объяснить невозможно. Это когда ты не можешь ни дышать, ни жить, ни мыслить. А через 33 года уже даже мысли одинаковые, так что это почти я. Празднуем, да, вот, девчонку поздравлять хочу, да. Ну, День Святого Валентина, я думаю, что это день всех влюбленных, да, как бы все влюбленные, ну, поздравляют друг друга, наверное, которые действительно любят. Валентин, ну, это, наверное, я не помню, ну, я, ну, думаю, какой-то, не знаю, без понятия. Ну, какой-то ангел, может, это все. Для меня любовь – это, ну, как бы самое главное. Если есть любовь, если рядышком со мной моя любимая девочка, то, не знаю, мне приятно, мне прекрасно просто. Нет, не праздную. А почему? Ну, радуюсь. Любовь, ну, это, наверное, то, что… Ну, это смысл жизни, наверное. Ну, не то, чтобы смысл, это то, что вдохновляет. Валентин – это, наверное… Ой, я не знаю, честно. Ну, хорошо. Вообще празднуете этот праздник? Вообще нет. Это не наш праздник. Любовь? Ну, это чувство. Вообще, это химическая реакция, я знаю, которая происходит в организме. Вот. Она длится 3 года вроде. Я знаю, что это еще в древности, когда-то влюбленный один монах, вернее, разрешил, расписал влюбленных, ну, хотя себя обрек на великие мучения. Ну, любовь вообще это мучение и страдания. Император. Во имя, ну, как бы не во имя, а в целях, военных целях запретил выходить замуж, ну и жениться. И только один священник, которого звали Валентин, в тайне людей как бы посвящал браку. Вот, и за что был, собственно, и казнен. И спустя только 200 лет назад, насколько я это так помню, вкратце, его присвятили в лики святых. Вот, и как уже вот 200 лет этот праздник, в общем-то, празднуется. Светлое чувство, которое дает силы жить и творить. Я знаю, что все дарят цветы, я дарю своей партнерше. Постоянно, ежегодно цветы, шоколад, как положено, любовь. То без всего жить не могу. Вот. В двух словах.